Забастовка сотрудников службы безопасности серьезно повлияла на работу воздушных гаваней Германии. В общей сложности в четверг в 11 аэропортах страны будут отменены более 1100 рейсов, что затронет не менее 200 тысяч пассажиров, сообщают немецкие СМИ. Профсоюзы добиваются повышения зарплаты, доплат за сверхурочные, работу ночью и в выходные дни для персонала аэропортов, отвечающего за контроль пассажиров и багажа. Спор с работодателями не разрешили, три раунда переговоров. Очередной намечен на 6 февраля.